«Евреи борьбы». Это передача о евреях Советского Союза, которые поднялись на борьбу за национальное возрождение, за возвращение на землю предков, и о евреях свободного мира, которые протянули им руку помощи. Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем серию передач. Пока идет заставка про евреев борьбы Советского Союза, ну, безусловно, мы до этого дойдем, но я просто в этот раз решил дать такую краткую историю трагедии еврейского народа, будем так говорить, далеко не самую простую историю. Хочу сразу напомнить, что я использую материалы из книги Зеева Гейзеля, из книг Юлика Кашировского, из книг Иосифа Менделеевича, Иосифа Бегуна. Это все Геннадий Костырченко, который написал очень интересную книгу «Тайная политика Сталина». Вообще, я не знаю, кто он по национальности, но он уделил очень много внимания именно еврейским проблемам в царской России, в советской России. Вообще, он профессор, он историк, он, так что его работы очень и очень интересны. К кому это интересно, я бы советовал почитать. Ну и вот мы сейчас в прошлой передаче остановились о жизни евреев в разных частях света в средние века. Вот интересно же, что же происходило в это время в самом Эрец Исраэле, на земле Израиля, которую именуют сейчас как Святой Землей. На протяжении почти вот этих 2000 лет она регулярно переходила из рук в руки. Но только один раз на этой территории возникло независимое государство. Иерусалимское королевство было основано в 1999 году крестоносцами, но они на всякий случай запретили евреям жить в Иерусалиме. И просуществовало оно где-то с небольшими перерывами до середины 13 века. Затем власть в Эрец-Исраэл перешла к египетским правителям мамлюкам, а с 16 века к Отаманской империи, которая правила на Ближнем Востоке до Первой мировой войны. И вот наступает новое время, время эпохи просвещения, так сказать, вот к чему мы подходим. Это в этот момент начинается эмансипация евреев. Во многих европейских странах, сначала в Нидерландах, потом во Франции, а потом во всех остальных западноевропейских странах, евреи были уравнены в правах, хотя антисемитизм от этого, впрочем, не убавился. Чуть ли не единственной страной Запада, сохранявшая жесткие антиеврейские ограничения, оставалась Российская империя, где проживало около, в тот момент, наверное, 60% всех евреев мира, но и здесь ситуация менялась. Но Россия, как всегда, была позади всех, мы об этом будем говорить. Началась массовая еврейская иммиграция. Наиболее желанной страной оказались Соединенные Штаты Америки с ее почти неограниченными возможностями молодого, развивающегося, свободного общества. Но и европейское еврейство, оно тоже бурлило. Тысячи и тысячи евреев буквально хлынули в те области западного мира, которые еще вчера были закрыты. Наука и искусство, политика и средства массовой информации, общественная и военная деятельность. Все это было открыто, все это манило новизной, все предоставляло невиданные возможности быстрого взлета и признания со стороны большого мира. Не знаю, или это надо было. Ну, тут вопрос. Успех превзошел все ожидания и продолжается до сих пор, вот уже два столетия. Вы посмотрите на список нобелевских лауреатов, идеологов оппозиционных партий, создателей Голливуда. Многие полагали, что уж теперь евреи ассимилируются, и через поколение два перестанут существовать как нация. Но вы посмотрите, случилось иначе. Но давайте посмотрим эпоху просвещения. Конечно же, эпоха просвещения — это была эпоха
крупных научных открытий, Ньютон, Паскаль, Лейбниц, критического пересмотра устоявшихся представлений, в том числе и религиозных, эпоха гуманистов, реформаторов, век Вольтера. Смотрите, что утверждал Вольтер, что для мыслящего человека нет ни француза, ни англичанина. Кто нас просвещает, это наш соотечественник. И девизом которого было «раздавите гадину», он имел в виду католическую церковь. Это век Руссо, Дидро, Шиллера, Гёте, Джефферсона, Франклина, других философов, гуманистов. Это было время борьбы за политические свободы и гражданское равенство, за религию разума и гражданское общество, за отдельные религии от государства. Под напором этих идей авторитет церкви и религиозная юдофобия несколько ослабели, а общая обстановка стала намного терпимее. Под влиянием просвещения на рубеже 18-19 веков начало развиваться движение еврейского просвещения, так называемая «Аскала», ставшая идейным источником всех центральных течений национальной мысли. В иудаизме оно сформировало и реформизм, и неоортодоксию. В светской сфере это ассимиляция. Но в то же время национально-культурное возрождение и политический сионизм. Иными словами, современный еврейский мир вырос из жарких споров между сторонниками и противниками Аскалы, из дискуссий внутри самого этого движения. Ну, по традиции, все эти еврейские традиции, споры, дискуссии продолжаются и по сей день. Не зря же говорят, что там, где два еврея, три мнения. Так что тут, конечно же, у подвижников Аскалы были благие намерения. Они стремились улучшить экономическое и социальное положение еврейских масс. Вы вспомните те времена, ведь евреи не имели права жить в одних домах с крестьянами, нести государственную службу, владеть недвижимостью. Их промысел был ограничен в основном торговлей и ростовщичеством. Они должны были платить ту или иную форму подушного налога. Их численность не должна была превышать установленной нормы. И во многих местах право на брак мог получить только старший сын. Время от времени их изгоняли с насиженных мест, с конфискацией имущества. Все это было. Бесправное положение евреев внесло еще одну теологическую нагрузку, стимул к крещению и соблюдению заповедей Нового Завета. Ведь страдания можно было легко преодолеть, достаточно было перейти в христианскую веру. В наиболее завершенном виде идеи просвещения проявились во времена Великой Французской революции. Все население Франции было провозглашено единой нацией, объединенной едиными законами. Декларация прав человека и гражданина, опубликованная 26 августа 1789 года, провозглашала, что все граждане рождаются свободными и равными, и что каждый из них обладает неотъемлемыми естественными правами на жизнь, на свободу, на собственность. Просвещенные еврейские умы и значительная часть еврейского населения с энтузиазмом поддержали декларацию. Под влиянием молодой победоносной республики некоторые страны ввели равенство граждан, делали шаги к улучшению положения евреев. В этих условиях еврейские просветители призывали отбросить национальную обособленность и приобщаться к общечеловеческим ценностям, осваивать язык и культуру стран проживания, получать светское европейское образование. Вы только сейчас, все это было тогда идеей, может быть, в тот момент это было правильно, но вы посмотрите, что сейчас делается во Франции, они бегут в Израиль, и вот, например, такой прекрасный город, как Ашдод, там сейчас невозможно купить жилье, потому что французские евреи буквально оккупировали этот город. Ашкелон, да, ну, Ашдод, Ашкелон, вот это вот на побережье, вот там, правда, очень красиво, очень красивые дома, красивое побережье, но, как видите, все это
они получали вот тогда эти, они получали светское образование, они стремились порвать с бесконечным циклом преследований и прекратить голод, который продолжался более 1800 лет, а сесть и стать как все, сохранив только свою веру. Но еврейская религия, она предполагала о служении Богу, ожидании Мессии, который выведет их в землю обетованную. Это было ключевым моментом национального самосознания, еврейской национальной идеи. Таким образом, эмансипация поставила перед ними сложнейший вопрос. Кем является еврей вот сейчас в свободном государстве? Чужестранцем, проживающим в изгнании и живущим мечтою о Мессии, или французом, не отличающимся от соотечественников ничем, кроме религии? Будут ли французские евреи продолжать свою многотысячелетнюю историческую миссию, или в результате эмансипации Франция станет их конечной остановкой? Ну и вообще, что такое еврейский народ? Религия, этническая общность, нация, цивилизация? Кстати, эти вопросы, конечно же, актуальны и сегодня, и имеют различные так называемые правильные ответы, но, вы знаете, в зависимости от религиозной, культурной, исторической или политической ориентации людей, их обсуждающих, но никто не знает, конечно, правильного ответа. Сторонники Аскалы призывали реформировать религиозное учение, чтобы облегчить участие евреев в общественной и экономической жизни и превратить их в полноправных граждан, сохранив свою религиозную идентичность. Они готовы были отказаться от библейской заповеди вернуться в землю Израиля. Например, был такой французский просветитель Шмуэль Леви, он писал: «Франция, которая первой прекратила преследование евреев, она наш Израиль, ее горы наш Сион, ее реки наш Иордан». А Давид Фридлендер, ученик одного из основателей Аскалы Мендельсона, предлагал убрать из молитвенника всякое упоминание об Иерусалиме и провозглашал: у евреев нет иной родины, кроме Пруссии. За ее процветание они должны молиться. К середине XIX века эмансипация евреев Центральной и Западной Европы в основном завершилась. В большинстве стран они обрели права полноценных граждан. И хотя процесс освобождения шел далеко не ровно и эмансипация сменялась реакцией, многие ограничения были отменены. Открылся доступ в светские учебные заведения, и евреи с успехом воспользовались этим. Они стали художниками, промышленниками, журналистами, литераторами, учеными, шахматистами. К концу 19-го столетия занимали уже видное положение, проложив себе дорогу к верхним слоям просвещенного европейского общества. Но при этом многие-многие тысячи перешли в христианство. Оставшиеся в иудаизме молились в исправленных синагогах, походивших на христианские молитвенные дома. Например, в Германии молились по-немецки, и служба сопровождалась органной музыкой. Ортодоксальные раввины не стремились их вернуть. Они считали, что просветители должны навсегда исчезнуть из еврейской жизни и не увлекать народ к полной ассимиляции и исчезновению. Ну, как я уже говорил, ошибались и те, и другие. Если одни под влиянием просвещения поверили, что, освоив язык и культуру окружающей среды и подправив свою религию, они смогут стать немцами, французами, австрийцами Моисеева закона, или даже просто немцами, французами, австрийцами, и те, и другие не учли силы противодействия среды и мощи нового расового антисемитизма. Выяснилось, что отказавшись от своего языка и значительной части культурного наследия, отказавшись от еврейской миссии и идеи национального возрождения, они не стали ни французами, ни немцами, ни венграми. Они остались визуально, ментально и духовно евреями, отличающимися от местного населения. Еврейский вопрос усилиями просветителей, разрешенный в юридической плоскости, возник с новой силой в плоскости общественной.
Появились организации и партии, начавшие бороться против засилия и влияния евреев, против проникновения еврейского духа в их национальные организмы, против чрезмерного еврейского равноправия. Эмансипация оказалась ничем иным, как тонким налетом на поверхности гораздо более сложной действительности. Нееврейское общество не горело желанием принимать свою среду еврея как равного. Положение эмансипированного еврея становилось зачастую сложнее, а не легче, чем собрата в традиционной общине. Выйдя из общины, он терял образованный ею слой защиты и оставался один на один со враждебным окружением. Его успешная конкуренция вызывала лишь зависть и ненависть. Она полностью противоречила образу несчастного и презираемого еврея, который на протяжении веков культивировала христианская Европа. Чем больше евреев вступало на путь просвещения и приходило таким образом в соприкосновение и конкуренцию с окружающим населением, тем больше усиливалось сопротивление среды, принимавшей порой весьма жестокие формы. Мечта просветителей XVIII века о космополитическом обществе, способном в конечном счете объединить весь человеческий род, оказалось несостоятельной. В средние века, как мы говорили в прошлой передаче, идеологической основой притеснений была религиозная принадлежность. Своим униженным положением и страданиями евреи должны были служить подтверждением верности христианской религии и неверности своей собственной. Теперь, когда просвещение устранило монополию церкви на идеологию и существенно поколебало ее авторитет, когда в моду вошла наука, то наукообразная идеологическая основа юдофобии становится расизм. Сопротивление внедрению в национальный организм чужеродной расы с ее идеологией, духом и вредными обычаями, что нашло свое выражение и в самом термине, определяющем это явление – антисемитизм. Появились общественные организации и целые партии, видевшие свое назначение в борьбе с евреями и их влиянием. В конце 1882 года в Дрездене состоялся первый международный конгресс антисемитов, опубликовавший манифест к правительствам и народам христианских государств, обреченных на гибель по вине еврейства. Эти силы, конечно, будут последовательно раскручивать маховик антисемитизма в Европе, особенно в Германии. Вы помните, в чем все это заканчивалось. В начале 80-х годов 19-го столетия начинает распространяться разочарование в идеологии Аскалы. Этому способствовали и нежелание христианского общества принимать евреев в свою среду, и ощущение евреями собственной самобытности и кровавые погромы, которые прокатились по России в начале 80-х годов. На фоне упадка Аскалы началось становление национальной и социалистической идеологии. В России евреи появились давно, в результате расширения пределов Российской империи. В восточной части Кавказа и на побережье Черного моря евреи жили еще в эпоху эллинизма. В других местах за много столетий до присоединения этих территорий к России. Самое большое число евреев оказалось в составе Российской империи в результате трех разделов Польши 1772-1795 годов за счет присоединения территорий Белоруссии, Литвы, Польши, Украины и Курляндии, а также присоединения Бессарабии и Царства Польского, соответственно, в 1812 и 1815 годах. Это еврейское население численностью около миллиона человек было культурно однородно. Что интересно, что с Польшей евреям поначалу повезло больше, чем с другими странами. Они начали селиться на территории Польши в 13 веке, можно сказать, даже по приглашению, потому что тогда, разоренная волной татаро-монгольского нашествия, Польша нуждалась в восстановлении и развитии своего хозяйства.
По калишскому статусу 1264 года евреи получали полную свободу передвижения и торговли. Запрещались притеснять еврейских купцов, разрушать еврейские кладбища и нападать на синагоги. И несмотря на постоянную антиеврейскую пропаганду со стороны церкви, еврейская жизнь относительно спокойно продолжалась в Польше и на подвластных ей территориях вплоть до 16-17 веков. К этому времени местная буржуазия, ремесленники, финансисты почувствовали себя достаточно сильными и начали теснить своих бывших учителей, как сделавших свое дело и более ненужных конкурентов. Появились запреты на жительство в определенных городах, появились погромные вспышки, но власти не лишали евреев возможности заниматься доходными промыслами. Евреи также продолжали сохранять и развивать свою систему образования, суд и общинное самоуправление. Накопленный в этих условиях запас национальной энергии потом проявит себя в последующие века, в революционных бурях и сионистском движении 20-го столетия. Россия ко времени раздела в Польше все еще была страной крепостнической и самодержавной. Долетавшие с запада либеральные веяния были слишком слабы для душной российской атмосферы. Попытки улучшения положения евреев чередовались с полосами реакции. Александр I, например, который правил с 1801 по 1825 года, в 1804 году издал вполне терпимое положение об устройстве евреев. Следующий за ним Николай I выпустил около 600 законов и указов, ограничивших права евреев. Это он в 1827 году издал устав кантонистов, вводивший воинскую повинность 12-летнего возраста и направленный в основном на ускоренное обращение евреев в христианство. При Александре II было отменено крепостное право и проведен ряд либеральных реформ, коснувшихся и еврейского населения. Отменили запрет на перемещение из черты оседлости в царство польское и обратно. Разрешили обучаться в университетах, облегчили условия армейской службы, отменили рекрутский набор несовершеннолетних. Движение европейского просвещения началось в России, как вы видите, на полвека позже, развивалось медленнее, несколько в иной форме. Идея полной культурной ассимиляции не обладала здесь такой притягательной силой, поскольку культурный и образовательный уровень крестьян и горожан, среди которых жили евреи, были очень и очень низким. По той же причине не было и такого, как в Европе, стимула к проведению религиозных реформ, облегчавших культурную ассимиляцию. Вызванное просвещением ослабление религиозного влияния наблюдалось только в новых районах еврейского расселения, а именно там в Одессе, левобережной Украины. Основоположником Аскалы в России считается Ицхак бер Левинзон, предложивший ряд преобразований в системе еврейского воспитания и призывавшего к изучению европейских языков. Ну, Европа всегда была культурным ориентиром для образованных восточноевропейских евреев и занятию физическим трудом, в особенности сельским хозяйством. Уже в первой половине 19-го столетия в Варшаве, Умане, Одессе, Кишиневе и Риге просветители основали школы, в большинстве которых преподавание велось на немецком языке. Просветители также стремились к распространению среди евреев русского языка и литературы. В 1863 году создали соответствующее общество. Ну, время подошло к концу, так что мы продолжим эту тему в следующей передаче. И так вот постепенно мы уже дойдем до борьбы советских евреев за выезд. Пока большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе. Say yes to Israel and no to Jihad.